Задача. К источнику тока с электродвижущей силой 12 вольт и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен резистор с сопротивлением 9 Ом. Найти разность потенциалов между полюсами источника. А. При разомкнутой цепи. Б. При замкнутой цепи. Решение. При разомкнутой цепи разность потенциалов между точками 1 и 2 равна ЭДС, так как тока в цепи нет. При замыкании ключа в цепи возникает ток, определяемый законом Ома для полной цепи. Тогда разность потенциалов равна... Произведем расчет. Ответ. При разомкнутой цепи Разность потенциалов равна 12 вольт. При замкнутой цепи разность потенциалов равна 10,8 вольт.